Идет подготовка стены, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения торговой марки Fadel Acryl Tip Grunt. Потом будем наносить. После того, как мы прогрунтовали, наносим мармарин торговой марки Fadel Anti-Decor Mini. Наносим шпателем с нержавеющей стали, моделируем рисунок. Наносим тонкими слоями, разглаживая полностью по поверхности. И снова начинаем моделировать рельеф. После того, как подсохнет, будем приминать. Все колючки примнутся и будет более гладненько. Приполируем. Будем скрывать воском. После того, как мармарин подсох, мы делаем приминание. Приглаживаем, потом приглинцовываем. Подсох, не вышел до конца. Потом, как полностью примнем, будем скрывать его воском. После того, как мармарин высох, наносим декоративный воск торговой марки Fadel DecoWash. Наносим кистью и потом шпателем с нержавеющей стали будем снимать излишки, чтобы верхушка была более светлая, глубина более темная. Берем шпателем и снимаем ноздир. Наносим до конца стены. Вот окончательный результат такой получается. После того, как он высохнет, его можно потом мыть мощным средством, губкой.